под ваши аплодисменты торжественно. Вот так мы сейчас официально перережем ленточку и откроем. Сегодня открытие 12-го города бизнес-сообщества «Борд», которое есть уже в 11 городах, и сегодня 12-й город – это «Борд Кривой Рог». Это актуально не только для Кривого Рога, это актуально для любого города, где есть предприниматели. Это не только про бизнес, это и про качественный досуг, времяпровождение. Потому что мы понимаем, деньги не только нужно зарабатывать, но и качественно потратить. Потому что только в успешном окружении, в успешном обществе, среди интересных для себя людей можно расти, развиваться и достигать больших высот. Бизнес-сообщество «Борд» существует с 2018 года. Мы объединили 800 предпринимателей из 12 городов Украины для того, чтобы помогать предпринимателям расти быстрее, для того, чтобы они решали свои запросы, для того, чтобы они думали друг об друга и ускорялись. Ми створили «Борд» для того, щоб розвивати культуру українського бізнесу і за межами України. Тобто давати можливість кожному з українських підприємців знаходити партнерів в інших країнах. Ми відкриваємо тому цього року і наступного року відділення і представництва борда принаймні у 4 країнах, а далі це буде десятки країн по світу. Во-первых, это колоссальный опыт. 800 человек, которые каждый день принимают решения в операционном управлении. Мы обмениваемся опытом, мы обмениваемся знаниями, мы обмениваемся компетенциями, связями. И то, что мы могли бы сделать одни в течение года, двух лет, мы делаем за дни, иногда даже за часы, просто написав в хелпдеске о том, что нужна помощь. Любую задачу решает борд за считанные минуты, секунды, любую, начиная от вопросов в семье, заканчивая развитием, доставками, оптимизацией, налогами, процессами, друзьями, знакомыми, кому продать, у кого купить, все решается в секунду. Это очень круто. И самое важное, что есть, это то, что в твоем окружении люди ценностные, люди, которые мыслят, как ты, но люди, у которых часто бывает масштаб мысли больше. И когда ты общаешься с ними, понимаешь, что твой бизнес – это не бизнес города, даже не бизнес Украины. Твой бизнес – это бизнес international, а может быть, в будущем и бизнес межпланетный. Это сообщество интересно и для малого, и для среднего бизнеса. И если спросить у меня, что для меня такое борд, я скажу, борд – это возможность.